Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский паралимпиец привез бронзу чемпионата мира по велоспорту. Самарские дзюдоисты третьи в России. Баскетболистов Самары потянуло на поэзию перед плей-офф Суперлиги. До старта плей-офф баскетбольной Суперлиги остаются считанные дни, а игроки клуба «Самара» настроены на лирический лад и на победу. На тренировке во время перерыва игроки клуба читали стихи собственного сочинения, вдохновились явно творчеством солнца русской поэзии. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь. И баскетбол, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и плей-офф. Плей-офф, я думал о тебе, плей-офф, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. А вот самарским борцам не до поэзии. На первенстве страны в Мурманске 15-летние юноши и девушки в первый день соревнований показали технику дзюдо – 8 базовых бросков и предварительно заняли второе место, пропустив вперед себя команду Северо-Западного федерального округа. На следующий день спортсмены соревновались стенка на стенку, заняв 5-е место. В итоге сборная Самарской области получила бронзовые медали. Серебро у Центрального федерального округа, чемпионы Северо-Запад. Самарский велогонщик завоевал бронзовую медаль чемпионата мира среди паралимпийцев. В Монте-Кьяре, Италия, на старт вышли почти 200 спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В итоге третьим пересек финишную черту самарец Сергей Батуков. 1 километр он преодолел за 1 минуту и 10 секунд. Отставание от чемпиона мира канадца Иозефа Береню всего лишь 1 секунда. Серебро еще у одного россиянина, москвича Алексея Обыденного. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.